Всем привет, друзья, с вами Коржик, это игра Русская Рыбалка 4, и сегодня хочу показать вам интересную точку для ловли осетра. Значит, друзья, точка интересна тем, что здесь его реально очень много. Также я закрыл трофей налима здесь же, но есть одна большая проблема. Здесь нужно ловить на голдовую наживку, не самую обычную, которую мы копаем лопатой, а именно на... как ее зовут-то, блин... на мясо перловицы. Значит, друзья, давайте поподробнее. Сейчас достанем хвост. Точка всем известна. Она находится на Ахтубе. Это река Ахтуба. 84-108. Здесь уже месяца полтора ловят усача с сазаном. Сейчас здесь клюет теперь осетр и налим. Значит, налим клюет ночью. Я перед тем, как начать видео, хотел сказать, чтобы вы лучше не ловили ночью здесь, потому что идет перерасход наживки. Наживки у меня как бы тоже не особо много. Собирал ее, наверное, около месяца. Наживка — это у нас мясо перловицы. Было у меня ее около 55 штук, осталось 31. Поэтому эта точка именно для самых-самых-самых взрослых. Также, конечно, можете пробовать и ловить на майского, на медведку. Если осетр здесь есть, то он будет клевать и на другие наживки. Возможно, немножко хуже. Что же у нас по осетру, друзья? Осетр русский. Ловила ровно 1 час. За 1 час у меня получилось сколько? 14 хвостов. 14 хвостов, друзья, зачетных. Также был у меня усач 2 штучки. Был сазан 1 штучка. И, конечно же, налим. Значит, налим, я говорил, что вот идет перерасход наживки. Вот, это ночная рыба. Ночью лучше, конечно, на дрессину не ловить. Но, друзья, залетел налим. Залетел налим тоже на мясо перловицы. Это мой первый трофей налима. 9 килограмм 84 грамма. Теперь у меня 42 звездочки, если что. Вот, и давайте, друзья, посмотрим, что же у нас получилось по фарму, сколько выходит примерно денег. Давайте быстренько на базу телепортируемся и посмотрим. Вот. Повторюсь, что если осетр здесь есть, как вы видите, 14 хвостов было за 1 час, то можно ловить и на другие наживки, такие как майский, медведка, возможно, на носорога. Ну, что у вас есть? Как бы логика ясна. Осетр есть, можно пробовать на другие наживки, на которые раньше клевал осетр. Посмотрим, сколько вышло по фарму. Это просто как бы, ну, не особо важно, но мне просто самому интересно. Возможно, кому-то тоже это будет интересно. Значит, ровно за 1 час у меня вышло 873 монеты. Если без трофея, то, конечно, будет меньше, где-то 700... Ну, 773. Ну, представим, что на налим, типа, налим крупный как бы получается, да? Ну, хотя да, блин, 145 монет можно сразу отминусовать. То есть, получилось бы 700 монет ровно. Осетр реально, друзья, дорогой. Осетр на 16 килограмм. На 16 килограмм 100 монет стоит. На 14 килограмм практически 90. Поэтому, друзья, забыл сказать, что клипс там 19. Заброс именно так, как мои стояли палки. То есть, немножечко под углом. Немножечко под углом. Координаты я вам показал. Еще раз покажу вам, на что я ловил. Я ловил на перловицу огромный 2.0 без поводка на шнур, на обычный, на 84 килограмма под клин винги, под прямую палку фортуны карп. Чтобы умники разные мне не говорили, что палка у меня слабая. Я знаю. Вот. И обычный стандартный прикорм на осетра. Вот такой вот. Можете скринить. Вот. Удачи вам. Все. Коротенькое видео. Всем пока. Задавайте вопросы, если что-то будет непонятно. До свидания.